Лидер нацобъединения Равис Динтер заявил, что президент должен избираться большинством голосов коалиции. Президент не должен избираться большинством депутатов Сейма, в котором решающую роль играют прокремлевские партии. Категорически неприемлемо, если вопрос о первом лице государства будет решать, например, партия «За стабильность» или организация во главе с Айнером Шлессерсом, сказал Динтерс. При этом он заявил, что нацобъединение на пост президента повторно выдвинет Эгела Левитса.